Всем привет, с вами SevPro, и сегодня покажу вам текстуру высокого разрешения для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, вот у меня загрузился мир, и здесь нам в глаза сразу бросаются деревья, у которых изменилась листва, а также изменился сам ствол. Давайте сейчас сломаем ствол и посмотрим, что у него внутри. А внутри он выглядит примерно так. Ну, листочки просто супер, да? Они настолько детализированы, что детализация прямо прет. Также заменилась трава. Вот она стала такой, более приятной и более в высоком разрешении. Ну что ж, вот такие лианы тоже изменили свою форму. И, конечно, у нас изменилась водичка, она стала прозрачной. Ну что ж, давайте переплывем или перелетим. Вот на цветочек, он поменял тоже свое разрешение, но не поменял свой вид. Это у нас елочка. Елочка тоже изменилась. Вот у нас стоят два цветочка. Они тоже у нас изменились, стали более красивыми. Ну, здесь у нас попадаются только одни деревья. Давайте посмотрим, вдруг у нас попадет животное. Вот такой пакнут цветочек, который обитает в облаке. Летает, точнее, да? Ну, здесь я пока никого не намечаю, не замечаю. А вот, хотя, там вроде... Да, там, смотрите, свинка. Так, вот у нас такая свинка прикольная, как в реальной жизни. Давайте посмотрим, какой у нас житель. Жители у нас как узбеки, да, похожи они почему-то на них. Я не знаю, зачем их так делают. Но вот у нас есть еще тростник. Тоже прикольно все сделано. Там были цветочки. Так, давайте рассмотрим это меню. Кстати, это первая текстура, по которому изменяют даже зелье. Также изменили оружие. Ну, мы давайте посмотрим кроликов. Как нам изменили кроликов? Да, нам даже изменили кроликов, они стали еще красивее. Но текстура маленько сливается, так как кролики очень маленькие. Вот у нас начали спавниться животные. Это у нас овечка, коровка. Смотрите, какая прикольная. Брёнка. Курочка. Вот такая в виде индейки, да? Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.